14 марта сотрудниками госавтоинспекции совместно с представителями общественного совета ОВД при межмуниципальном отделе МВД России Кашхабльский и Кашхабльского отделения Союза женщин Республики Адыгея проведено профилактическое мероприятие «Школьный автобус». В ходе проводимого мероприятия инспекторы осуществили проверку необходимой документации для перевозки детей, а также технической исправности тахографа. Провели разъяснительную работу с водителями школьных автобусов, акцентируя внимание на то, что ответственность за жизнь и здоровье детей полностью лежит на плечах водителя. Госавтоинспекция совместно с представителями общественного совета отдела внутренних дел при межмуниципальном отделе МВД России Кашхабльский, а также Кашхабльского отделения Союза женщин Республики Адыгея проводится профилактическое мероприятие «Школьный автобус», целью которого является обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждение происшествий при осуществлении перевозок детей школьными автобусами. Особое внимание уделено техническому состоянию автобусов и соответствию их конструкции установленным требованиям. Кроме того, стражи правопорядка напомнили юным пассажирам о правилах поведения в автобусе и важности применения ремней безопасности во время поездки. В завершение госавтоинспекторы призвали водителей уделить особое внимание безопасным перевозкам детей, быть предельно внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.